Здравствуйте, мои дорогие! Доброе утро! Сегодня мы вновь с вами с утра занимаемся собой. Делаем прекрасную косметическую маску. Продолжаем бороться с нашими пигментными пятнами. Омолаживаем кожу нашу. Придаем ей упругость. Тонизируем. Давайте приступать быстрее. У нас сегодня такая классная маска в составе маски нашей. Рис, вернее, не сам рис, а рисовая мука. Вы знаете, я много прочитала литературы про рисовую муку, про ее полезность. Можно ее, конечно, взять и в супермаркете купить, но я сделала ее сама. Я взяла кофемолку мою и размолола там. Вот такая у меня получилась рисовая мука прекрасная. Оказывается, по своему составу рисовая мука в своем составе содержит столько много микроэлементов, столько много полезных веществ для нашего лица. Это основа нашей маски рис. Кроме этого, мы сегодня в нашей маске будем применять банан. А в банане целая кладезь витаминов. Витамины группы С, В, А. В общем, тут, конечно, очень много витаминов, поэтому в составе банан, кроме этого, естественно, лимон, который у нас осветляет. Естественно, масло. Сегодня я применяю масло косметическое виноградной косточки. Прекрасное масло, мне оно очень нравится, я его часто в масках применяю. Ну и, естественно, сметана. Вот такой у нас сегодня несложный состав, но такой эффективный. Давайте ее быстрее делать. Вот такая у меня получилась мука рисовая. И мы ее берем 2 чайные ложки. Насыпали. Теперь сюда мы берем банан. Мелко режем. Он уже у нас достаточно спелый. И он сейчас у нас быстро разомнется. Вот такая кашица у нас получается. Готово. Смешиваем это все с рисовой мукой. Теперь берем лимон. Где-то 1 чайную ложку лимона. Выдавливаем. У меня сегодня без косточек. Готово. Выдавили. Вот такая однородная уже получается масса. Теперь сюда добавляем капель 10 масла виноградной косточки. Добавляем чайную ложечку сметанки. Вот так. Вот и готова наша маска. Ну что, приступим к нанесению. Берем кисточку. Масса наша прекрасно ложится. Прекрасно. Избегаем область вокруг глаз.
наносим по массажным линиям нашу маску. Она достаточно ароматно, вкусно пахнет у нас. И приятная для кожи. Вот так мы с вами сидим где-то 15 минут. Не сидим. В это время мы можем приготовить с вами полезный завтрак. У нас остался банан. Мы можем взять этот банан, взбить в блендере вместе с кефиром и приготовить полезный, и овсяные хлопья туда можно добавить, и приготовить полезный завтрак. Ну вот, девочки, я время даром зря не теряю. Я приготовила, как вам и рассказывала, прекрасный вкусный завтрак. Что я сделала? Оставшуюся часть банана, 1/3 банана мы нанесли на маску, погрузили. 2/3 банана я в коктейль положила. Дальше чайную ложечку кедровых орехов с медом. Я вам тоже показывала, как я готовлю эту целебную, очень хороший состав. Вот такие вкусные орешки получаются с медом, очень полезные. Чайную ложку в день надо есть обязательно этого состава. Далее, вот такая у меня есть сибирская клетчатка. Вот я ее добавила, чайную ложку. И 1% кефира. Обязательно берите 1%, потому что с 0% жирностью никакого толка нет. Это я тоже все везде вычитала. Вот у меня получился такой вкусный коктейль. Вы даже не представляете, какой вкусный. Угу. Вкусный полезный завтрак у меня готов. Моя маска действует. Приятное такое ощущение, приятное. Уже она впиталась у меня. Скоро будем смывать. А пока пьем коктейль. Очень вкусно. Ну вот, девочки мои, прошло 15 минут. Я смыла теплой водой маску. Помазала лицо, нанесла свой любимый дневной крем. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Мое лицо посвежело, похорошело, мне кажется, осветлилось. И оно такое, какой-то структура кожи какая-то нежная, приятная. В общем, я вам очень даже рекомендую эту маску делать. Обязательно делайте. Так, девочки мои. Я вам хочу еще сказать огромное спасибо за ваши отклики, за ваши отзывы, за ваши советы на мои предыдущие ролики, в которых я вам показываю, рассказываю, как стать молодыми, красивыми, всегда быть ухоженными. Вот, я рада, что вы проявляете интерес к моему каналу, я рада, что вы подписываетесь, у меня уже очень много подписчиков. Ну что, друзья мои, до новых встреч, будем красивыми и молодыми. Пока, друзья! Всего вам самого хорошего!